Вот ты кот ученый. Я-то думала, как он выглядит. Ужас. Смотрите, как близко у него посажены глаза. Это чучело. Чучело настоящего лесного кота. Здесь небольшая история стекла. Так как, сами понимаете, для зеркала нужно было стекло. Вот. Что нужно для стекла? Старого стекла 15%, кальк 14%, песок 52% и, конечно же, сода. Печь, в которой выдували стекло вот таким образом. Посмотрим, что там внутри. Там плавится в таких горшках. Северный олень. А здесь что у нас стоит? Сказали, что здесь не только чучела животных стоят, но и чучела охотника. Не в каждом музее такое увидишь, да? Ну, пэнь. И что будет, когда я стрельну?